Мне кажется, что Полина в беде. Только я знаю, как тебе помочь вернуть сестренку. Полина навсегда попадет в его мир. Полина, ты стала мультиком. По-моему, я начинаю исчезать. Ребята, сейчас я узнаю, как все вернуть на свои места. Ой, ой, ой! Полина, Полина, ты куда делась? Ну теперь я внутри цифрового цирка. Как ты туда попала? Обалдеть, Полина! О, я нашел! Да пустяки, для меня пустота не страшна. Стоп, это разве не голос Кейна? Да, это он. Сиди тут, я за ним прослежу. Кейна тут нет. Ну я же тебе только что рассказывал. Слушай внимательно. Сейчас я тебе такое скажу. Я тебе такое сейчас расскажу. На самом деле, вернуть эту неудачницу, помни, в человека очень просто. Эти балбесы даже не представляют, насколько. Ребята, сейчас я узнаю, как все вернуть на свои места. Какой я умный, Кейн даже ничего не подозревает. А пока они гадают, что делать, я собираюсь забрать всю их семейку в цифровой цирк. Давно пора расширять состав. Хорошая идея. Хочу поиздеваться над новенькими. Вот же хитрый гад Кейн. Он с самого начала мне не понравился. Кейн, ты так и не рассказал, как эти неудачники могли бы все исправить. Ах, точно. Просто подключить шлем к компьютеру, на котором стоит игра, и при вводе ввести нужный код. Тогда цифровой цирк перезапустится, и все станет как раньше. Стоп! А где сейчас шлем? Разве он не пропал в пустоте? О, я его давно вытащил оттуда и спрятал в шкафу в Полининой комнате. Сережа и не представляет, как просто он мог бы спасти свою дорогую сестренку. И код для перезагрузки очень легкий. 5544А. 5544А. Нужно записать, пока не забыл. 5544А. 5544. Ой, нет, постой. Я перепутал код. 5544А это код, чтобы вернуть цифровой цирк из реального мира. Цифровой. А 5544C это код для перезагрузки. Или не он? Нет, точно, нужно посмотреть в своих записях. 5544А! 5544А! Что ты делаешь? Подожди, я только что такое узнал, не отвлекай. Ну что, ты скажешь мне, что происходит? Слушай, Полин, я только что видел, как Кейн говорил с каким-то большим розовым зайцем. И я их подслушал. Я узнал, как все исправить. Код, который я только что записал, перезагрузит цирк, и ты снова станешь собой. Нужно просто подключить шлем к компьютеру. Стой, подожди, я же выкинула шлем в пустоту. Кейн достал шлем, как и обещал, и спрятал у нас прямо под носом. Смотри. Та-дам! А вот и шлем, как Кейн и говорил, у тебя в шкафу. Сейчас нужно взять код и подключить его к компьютеру. Ничего не понимаю. Ну ладно. Давай телепортируйся в мою комнату и будем превращать тебя в нормальную девочку. Интересно. Поспеши! Мне кажется, то, что я все больше глючу и исчезаю. Потерпи немного, сейчас все сделаю.
Так, где там мой листик? 5-5-4-4. А. И Enter. Ой, ой, ой! Полина, Полина, ты куда делась? Ребята, неужели я что-то не так сделал? Почему она исчезла? Не понимаю. Сережа, я тут. Что? Откуда этот голос? Полина? Сережа, Сережа! Ого, ты снова стала человеком? Да, но теперь я внутри цифрового цирка. Я вижу, как ты туда попала. Не знаю. Блин, это совсем не то, о чем говорил Кейн. Но почему? Слушай, Сереж, а может ты ввел неправильный код? Сейчас проверю. Да нет, я ввел правильный пароль. Такой, как услышал. Что же не так? Странно. Где-то в этом произошла ошибка. Не могу понять, где. Тут все такое странное. Ой, а это что за кнопочка? Полина, Полина, ты куда? Ну куда она опять пропала? Сережа, я тут. Что? Откуда ее голос? Сережа, кажется, я в твоем телефоне. Это что, из моего кармана? Обалдеть, Полина! Ух ты, это так круто! Я даже не знала, то, что тут так можно. Я могу телепортироваться из телефона в компьютер. Мне нравится быть в цифровом мире. Эй, не забывай, нам нужно придумать, как вытащить тебя оттуда. Ой, а это что за кнопочка? Ой, что это? Сережа, смотри, это же цифровое яблоко. Шоколад в нашем мире. Полина, не отвлекайся. Ладно. Ой, я просто об этом подумала. И она пропала. Слушай, было бы так круто, если бы мы могли так в реальном мире. Я бы захотела свои сладости. И они такие раз в моей комнате. А тут еще разные кнопочки. Вот эту нажму. Ой, смотри, Сережа, я стала черно-белая. Ой, и все вокруг тоже черно-белое. Ты видел, как я могу? Так, хочу попробовать еще вот эту кнопку. А? Полин, ну может хватит уже? Сережа, смотри, я хожу по потолку. Полин, давай прекращай, ты должна там осмотреться. Ладно, ладно. Давай, придумаем, как меня отсюда вытащить. Может, там где-то что-то есть, какие-то подсказки. Полина, ты где? Это что, папа? Да, похоже на то. Сережа, а где Полина? Я же слышал, как вы тут разговаривали. Разговаривали? А, так это я ТикТок смотрел с Полиной. ТикТок? Ну да, смотри. Ага, прикольно сняли, молодцы. Ага, мы старались. Где же Полина? Я хотел у нее кое-что спросить. Пап, ну я же тебе говорил. Помнишь, ты подписывала разрешение? Она сейчас в бассейне. Ты уже забыл? Точно забыл, из головы вылетело. Ладно, я пойду, а то Соломике уже спать пора. Фух. Видишь Полину, скажешь, что я ее искал. Он ушел. По-моему, нас пронесло. Больше никогда не выключай на мне звук. Прости, это чтобы папа ничего не заподозрил. Пришлось тебе выключить звук. Ладно, так как мы теперь меня вытащим? Если с моим кодом что-то не так, Кейна точно должен быть правильный. Но нам ни за что не расскажет правильный код. Эх, ты права, Полина, но нужно все равно подумать, как это сделать. Слушай, что делают люди, когда создают пароли в интернете? Они пароль куда-то записывают, чтобы точно его не забыть.
Так может и Кейн где-то оставил записи со всеми кодами от цифрового цирка? Точно, ты права, Полина. Нужно поискать. А где мы его будем искать? Я же не в цифровом цирке, как ты. Если б я был Кейном, то где бы я спрятал такие записи? Стоп, Полина! А вдруг все эти записи у нас были прямо под носом? Как мы не подумали про шлем виртуальной реальности? Сейчас проверю.